Возможно, мы не до конца верим в то, что после смерти мы предстанем перед Богом. И так же, как мы живем здесь, эта же реальность, она будет продолжаться уже в другом мире, и Господь поставит нас перед собой. Мы можем говорить, мы часто говорим, да, мы верим в это, мы ходим в церковь, поем об этом, но где-то в сознании, да, а может и в подсознании, у нас не всегда хватает этой веры. И написалась у меня вот такая песня, которая называется «Мы увидим небеса». Через Иисуса и нас, и поставит перед собой.